Всем привет! Сегодня у меня связалась вот такая чудо-коровка. Мастер-класс авторский, поэтому я должна выбрать ей имя. И хочу вас попросить помощи в этом вопросе. Напишите, пожалуйста, свои варианты имен в комментариях. Я обязательно выберу понравившееся имя. И если это будет ваш вариант, то обязательно передам привет в следующих видео. А следующие видео как раз будут подробные мастер-классы по вязанию данной коровки. Я планирую разделить на несколько частей для удобства. Итак, давайте рассмотрим. Посмотрим, что нам нужно для вязания этой коровки-красавицы. Так, основная пряжа, основной цвет, который вы выберете, это может быть абсолютно любой цвет. Далее цвет морды в имени, он должен как-то сочетаться с основным цветом. Потом цвет рожек копыт, у меня вот такой цвет слоновой кости. Глазки белого цвета. И черный цвет для вышивания ротика, ноздрей и бровок. Здесь у меня остатки пряжи, это акрил. Это акрил дешевый, который продается без этикетки. Также нам нужен наполнитель, холофайбер или синтепон. Крючок основной я использовала 3,5, но для вязания мелких деталей я взяла 2,5. Это ручки, ножки, рожки, глазки, ушки также. Здесь острый носик, поэтому он идеально подошел. Конечно, маркер нам нужен будет, ножницы. Вот на этом и все. Это все, что нам нужно для работы. Конечно же, хорошее настроение, вдохновение, чего вам желаю. И, пожалуй, на этом у меня все. Вот такой вот маленький обзорчик получился. Пишите в комментариях свои варианты имен, будет интересно. До новых встреч, пока-пока!